Вы на канале магазина Strikeball Sport. Видеообзор на страйкбольные винтовки ЦИМА 7701 ВСР-10 с механическим прицелом и планкой Пикатинни. ВСР-10 – это страйкбольная версия прототипа Remington 700, выпуск которой был начат в 1962 году. На основе Remington 700 разработано множество снайперских систем, широко используемых в армии и полиции многих стран. Комплект поставки включает в себя винтовка, лоудер и механический магазин. Вес винтовки 2200 грамм, длина составляет 107 сантиметров, длина внутреннего стволика 430 миллиметров. На передней части ложа и на прикладе с двух сторон есть крепление для ремня. Модели различаются наличием планки Пикатинни. Корпус ложа изготовлен из прочного АБС-полимера, верхний ресивер и ствол из металлического сплава, затыльник из резины. Для установки оптического прицела SM-701B оснащен планкой Пикатинни длиной 140 мм. Также на винтовку можно установить сошки и переходник для глушителя. Резьба внутренняя 20-я отрицательная. Механизм винтовки спринговый, то есть использует энергию пружины, которую вы взводите вручную. Для того, чтобы взвести пружину, необходимо поднять рычаг взведения и подтянуть его на себя. Рычаг зафиксировался, пружина взведена. Досылаем затвор на исходное положение и опускаем рычаг взведения. Можно произвести выстрел. Предохранитель находится рядом с рычагом затвора. Регулировка камеры HOPUP находится между ложей и стволом, регулируется ползунком. А теперь перейдем к хрону. Средняя скорость составляет 160 метров в секунду. Прицельная дальность 50-60 метров. Более подробные технические характеристики вы можете найти на нашем сайте. Ссылка в описании под видео. Подписывайтесь на наш канал и Instagram. Всем пока!